Всем привет! Это Red Star турнир новогодний 2017. По-прежнему праздники, а у нас в СКК проходит футбол. Это наш третий день уже. Сегодня у нас стартуют 2010 год и 2009 год. Также у нас сегодня разыгрывается золотой кубок среди четырех команд по 2008 году, которые себя лучше всего проявили на протяжении всего турнира. Это команда Red Star, это команда ФК 08, это команда филиал с Академии Зенита Гатчина, и это команда Драйв. Поэтому следим за нашими новостями, за нашим дневником. Всем хорошего настроения, хорошего дня. И будьте с нами в команде Red Star. У нас команды построились, зрители на трибунах, поэтому болельщики, давайте поаплодируем командам, которые собрались сегодня Ну что, парни, всем привет. Что мы такие расстроены? Первый матч в ничью 1-1 сыграли, верно? Вот. Расскажи про свои первые впечатления от турнира, Ваня. Что такое расстроено, расскажи. Хотел с другой командой просто сыграть. С другой командой сыграть? Мы не хотим с Выборгским играть. А почему не хотите с Выборгским играть? Не знаю. Они сами выиграли. Они самые сильные. Там один из них самый большой и дубасит так. А что в этом страшного? Я на самом деле смотрел ваш матч со стороны. Вы смотрелись достойно, у вас были моменты. Дружище, как тебя зовут? Представь. Гоша. Угу. Тебе понравился матч, Гоша? Ну, да, но мы хотели играть с самой лучшей командой города. Мы у них поиграли 17-0 один раз. Вы им проиграли 17-0 один раз? Да. Значит, надо взять реванш и 20-0 выиграть. Это мы у девочек поиграли. А сейчас мы подойдем еще к одной команде. Это новичок нашего турнира, команда United. Парни сыграли свой первый матч. Рассказывайте, парни, как сыграли свою первую игру? 0-0. А против кого играли? Против РВС. РВС? Да. По-моему. Матч был тяжелым? Да. Расскажите, как вам вообще, в общем, турнир? Суперский. Где вы вот на футбольном поле? И все. Отличный. И все. Крутой. Это все. Как вам поддержка ваших родителей? Они даже не поддерживали нас. Не поддерживали? Да. Родители, почему вы свою команду не поддерживаете? Поддерживали? Нет. Дружба, можно с вами пообщаться-то, парни? Как вы сыграли сегодня? Вот три матча сыграли. Одна победа, ну и две победы. Две победы у нас. Одна победа. Две победы, одна ничья. Одна победа и одна ничья. Как вам сегодня ваши соперники? Тяжелые.
завтра хорошо вам сыграть, а сегодня клевое время провести. Все, похлопали, всем пока. Леонид, здравствуйте. Как вам первый ваш футбольный турнир в этом году? Ну, пока год начался не очень хорошо, но, в принципе, мы были к этому готовы. Дело в том, что тут наша команда так получилась, что играет в сильно ослабленном составе. Нету трех лучших нападающих, лучших бомбардиров, самых наших результативных игроков. Вот. Ну, я думаю, что отдыхе, наверное, я уже сказал, да, после первой игры, что если у Барселоны убрать из состава Месси, Неймара и Суареса, они тоже сыграют гораздо хуже. И в любой команде, наверное, сложно заменить там трех ведущих игроков атаки. Но также у нас, хотя все равно я считаю, что в любой игре надо биться до конца, сохранять лицо, стараться, навязывать борьбу. В принципе, мы могли это сделать. Ну вот во второй игре, конечно, совсем развалились, и за эту игру, честно говоря, стыдно. Вот. Ну, может быть, завтра лучше сыграем. Как вам, в принципе, само футбольное поле? Как думаете, для, ну, детям на таком поле нужно двигаться? Или можно попроще что-то? Нет, ну, приятно поиграть в такой атмосфере, в хороших условиях, конечно, это важно. Вот. Хотя для детей, там, наверное, это не так принципиально. Главное, что не на улице, где минус 20, там, сейчас мы играем, а, в принципе, под крышей. И главное, чтобы с были соперники. С хорошим светом. Там, да, и чтобы были положительные эмоции. Ну, конечно, приятно, когда игры проходят в хороших условиях, где когда-то и профессиональные команды играли, и на хорошем газоне. Конечно, это здорово. У меня в детстве, в общем-то, не было возможности играть вот, ну, в таких условиях. Здорово, парни! Как успехи? Хорошо. Как вообще турнир, тебе нравится? Да. Команду свою на матче заряжаешь? Да. Рассказывай, как тебе первый матч? Как вы первый матч сыграли? 3-0. Выиграли? Забил гол? Голевую отдал? Первый матч мы с 11-м годом играли. Готовы вместе, Саня? Когда мы едины, мы не победим! Ура! Загаров Олег.
команде. Московская застава. Узнаем, как у ребят успехи. Тук-тук-тук. Здрасте. Ну что, готовы к матчам-то футбольным? У вас вот, вы как играете? Мы очень хорошо. Еще лучше. Вы типа турнир победите, говорите? Да. Хорошо. Ладно, пацаны, желаю вам победы сегодня. Я думаю, мы еще с вами пообщаемся. Давайте. Хорошо. Ну вот и подходит наш третий футбольный турнир к концу. Выяснились у нас многие результаты. Можно подвести итоги. По 2008 году был розыгрыш с 1 по 4 место. И было два сумасшедших финала. Это Red Star против Гатчина и ФК 08 против Драйва. Гатчина победила Red Star с хорошим преимуществом в 2 мяча 4-2. А ФК 08 также победил с преимуществом в 2 мяча Драйв 3-1. И в итоге у нас третье место заняла команда Red Star. За третье место был матч сумасшедший. В основное время был счет 3-3. И по пенальти 4-3 победил Red Star. Финал был между ФК 08 Гатчина. Матч был шикарный, я считаю. Но ФК 08 было сильнее Гатчина. С итогом 5-0 победила команда ФК 08 и взяла золотой кубок по 2008 году. Также подведены итоги группового этапа по 2010 году. В золотой кубок попала команда «Звездная», «Смена», «Выборгский 2010» и команда «Дружба». По 2009 году также мы уже знаем, кто будет выступать в золотом, а кто будет выступать в серебряном кубке. В золотом будет «Легион», «Юнайтед», «Коломяги» и «Ангелбол». Выяснились лидеры в группах по 2006 году и по 2007 году. По 2006 году в группе А первое место заняла «Московская застава», второе – «Невский завод». В группе Б – команда «Звездная» и команда «Олимп». По итогу эти четыре команды будут биться за первое место. Думаю, все матчи будут захватывающими, потому что все равно никто не хочет быть последним. И я думаю, тренеры своих команд настроят только на победу, и нас ждет захватывающий последний футбольный день. Также хочу сказать, что на самом деле футбол классный, честно. Видно, как родители болеют за своих детей. Видно, как тренеры переживают. И это здорово, то, что все живут в СКК футболом. Ну что, вы знаете все результаты третьего дня. Завтра у нас будет захватывающе. Потому что, я думаю, все приедут побеждать. Советую всем настроиться, подготовиться морально, запастись кричалками для своих команд любимых, болельщики. И, как говорится, вперед! Всем спасибо. С вами был Роман. До новых встреч.